Данное видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Всем здравствуйте! Сейчас мы с вами выполним задание. Unit 2, часть 2, section 2, раздел 2, exercise number 14, упражнение номер 14. Ask your classmate to close the textbook. Check if he or she remembers what the brown have in their living room. Попроси своего одноклассника закрыть учебник. Проверь, запомнил ли он или она, что у Браунов находится в гостиной. Example, пример. Is there a chair in the living room? Yes, there is. Есть ли в гостиной стул? Да, есть. Как вы видите, мы используем оборот there is, there are, но в вопросительном предложении глагол-связка is и are выносится наперед. Также у мистера Рула есть дополнительные примеры. Is there a piano in your house? Yes, there is. Or no, there isn't. Это было для единственного числа, теперь для множественного. Are there any books in your living room? Yes, there are. No, there aren't. Теперь наш вопрос первый. Есть ли в гостиной диван? Диван – это единственное число, поэтому глагол-связка is. Is there a sofa in the living room? И сразу же пишем ответ. Да, есть. Yes, there is. Следующий. Есть ли в гостиной на стене картина? Is there a picture on the wall of the living room? Ответ. Да, есть. Yes, there is. Следующее. Есть ли в гостиной кресло? Is there an armchair in the living room? Есть ли полка в гостиной? Is there a shelf in the living room? Дальше. Есть ли лампа в гостиной? Is there a lamp in the living room? Как вы заметили, я уже не отвечаю на вопросы, так как все они одинаковые. Yes, there is. И так далее во всех остальных. Итак, следующий вопрос. Есть ли в гостиной пианино? Is there a piano in the living room? И ответ тот же. Yes, there is. Следующий вопрос. Есть ли телевизор в гостиной? Is there a TV in the living room? Yes, there is. Да, есть. Есть ли стол в гостиной? Is there a table
In the living room. Yes, there is. Есть ли стул в гостиной? Is there a chair in the living room? Yes, there is. И последнее. Есть ли ковер в гостиной? Is there a carpet in the living room? И ответ. Yes, there is. Да, есть. Задание выполнено. Если вам понравилось наше видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.